Опять надо принять решение. Единственное для всех. Это будет историческое движение. Неясно только, вниз или вверх. Придумано решение. Все на себя. Народ потом оценивал. Решала судьбу стезя. Была победа или провал. История — это коллективный ум. Кто-то делает этот шаг. Человеческий ум — это уникум. Но это уже в прошлом, маг. Никто не видит завтра. Нет права и нет желания. Только один говорит от Создателя правду. Нет у толпы судьбы его понимания. Тот, кто впереди, тот видит исторический хоровод событий. Только он Создателя слышит. За ним будущее открытие. Каждый шаг — это мгновение. Из этого сложится, наконец, завтра. Он — это образец поведения. Его жизнь — открытая для людей правда. Он должен открыть эволюцию от точки до точки. Доказать, что нет революции и нет никакой оболочки. Оболочка — это материя, обеспечивающая существование. В пространстве существует давление или вечности проявления. Вечная противоположность полюсу. Человек стоит у причала. Он начинается снизу, вмещает радости и печали. Понимание себя важнее всего. Это основа завтра. Должен чувствовать участие свое. Ты есть все в мире правда. День Победы. Что это? Война миров за нейтральность? Люди бьются, не зная за что. Во всем спрятана актуальность. Человек должен понять, он часть великой безмерности. Придет осознание, что он часть, что он существует в вечности. Напрасны войны влияния, если нет единого понимания. Не надо требовать к себе внимания. Человек — центр мирового деяния. Надо поднять себя выше, увидеть горизонты вечности и понять, что ты свыше. Ты — часть бесконечности. Человек и мир — это проблема при непонимании. Решение человека — дилемма при осознании. Осознание — часть вечности. Обреченность плыть в небе. Надо увидеть себя в бесконечности. Человек — быль и небыль. Главное — относительно. Ты рожден, и ты вечен. Надо доказать для убедительности. Ты Создателем обеспечен. Надо осознать себя целым во времени и пространстве. Ты являешься светом белым. Ты, как и Бог, вечный странник. Аминь. Отец Абсолют. 12 мая 2021 года. Катрен, надо осознать себя целым.